Всем привет! С вами Мусулега Елена, и сегодня я приготовлю простой пирог к чаю. Смешиваем 350 грамм муки и 1 чайную ложку соды. Взбиваем около 5 минут одно яйцо и 100 грамм сахара. Добавляем 1 стакан кефира, 1 стакан варенья, предварительно измельченного блендера, и 150 грамм топленого сливочного масла. Всыпаем мучную смесь и замешиваем тесто. Тесто должно получиться как густая сметана. Выливаем тесто в форму, смазанную маслом. Выпекаем пирог в заранее разогретой духовке до 180 градусов, около 40 минут. Готовность пирога проверяем деревянной шпажкой. Мой пирог к чаю готов. Как видите, рецепт довольно прост. Вы можете использовать любое варенье по своему вкусу. Смотрите наши рецепты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Мусулега Елена. Па-па!